Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России совместно с ФСБ России задержан один из активных членов международной террористической организации, действующей на территории Московского региона. При задержании 25-летний уроженец Таджикистана оказал сотрудникам полиции активное сопротивление. В ходе спецоперации были арестованы 22 активных члена международной террористической организации, включая руководителей ячеек. Официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Сотрудниками ГУП МВД совместно с ФСБ России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан один из активных членов международной террористической организации «Хизбут-Тахрир Аль-Ислами», действующий на территории Московского региона. При задержании 25-летний уроженец Таджикистана оказал сотрудникам полиции активное сопротивление. Установлено, что задержанный являлся руководителем одной из московских ячеек, запрещенной в России террористической организации. Он вел активную вербовочную деятельность, пропагандировал идеи радикального ислама, распространял листовки, которые содержали призывы противостоять действующей власти, а также ложные сведения о действиях правоохранительных органов. Задержанный имеет непосредственное отношение к московской структуре «Хизбут-Тахрир Аль-Ислами», в отношении которой сотрудниками МВД и ФСБ России 19 октября 2015 года была проведена широкомасштабная операция. В ходе нее было арестовано 22 активных члена международной террористической организации, включая руководителей ячеек.